9:13, 7 октября, хотела сказать, 7 утра. Всем доброе утро! Как у вас дела? Так страшно сейчас фотоаппарат держать, потому что вы вон так висите. Короче, мы проснулись, сейчас будем завтракать. Димка, как обычно, кашу будет, и я сделала себе первый раз, наверное, за месяца полтора. Нет, ну ладно, за месяц. Себе сделала бутерброд, потому что с утра я обычно, ну, ничего такого не кушаю. Может, что-то попить и все. А тут прям чай и бутерброд. Состояние, ну, такое, хорошее у меня. Вот. Вроде как ничего не болит. Чувствую себя нормально. Ну, с утра немножко так это... Непонятно было, а сейчас хорошо. Какашка. Тут пироженка Диме. А у меня вот такой вот маленький бутербродик. И тоже чай. Так что всем приятненького аппетита. Девчонки, время уже, сейчас скажу, сколько? Почти 4. Меня Димка ждет в метро. Вот, купил таблетки, мне воды, потому что живот снова болит. Ужасно. Вот я сейчас иду быстренько. Нас отпустили с 5-й пары. Ну, как отпустили? Мы вместо 5-й пары были на перерыве на большом. Вот, сидели на занятии. И она решила нас отпустить. Вот, так что я иду сейчас, и мы поедем домой. Кстати, мы когда шли сюда, я решила подшутить над Димой. Мы пошли другим путем. Я сказала, что у нас сегодня занятия будут в другом корпусе. На самом деле у нас же одно здание. Вот, так что немного смешно получилось. Ладно, надо мне ускориться уже. Мы с Димой заехали в детский мир, потому что Диминой сеструхе скоро день рождения. Поэтому нам нужны подарки. Вот. Подожди, не могу красивые. Быстро ходить с этой штукой. Так а ты в коробку обратно верни только. Так будешь ходить. Что там? Кошмар какой. Себя видела сегодня. Ой, слава богу, не вижу. Сеструхи 8. Будет. Вот. Ой. Ой, кстати, прикольно так выбирать подарки. Я люблю дарить подарки. Что будем сейчас смотреть? Да? Ю. Ага. Смотрите, как красиво. Именно сейчас должна проехать машина была. Опа. Классно, да? Дима сейчас мне показал тот путь, который... Для меня впервой. Кстати, смотрите, что мы купили. Мы когда придем, я все покажу. Да? Я сегодня заверну, ладно? Мы с тобой сейчас поедим, сядем, мы заворачиваем. Ладно. Сейчас мы до дома дойдем. Да, ладно, можно идти. И тут мне, кстати, больше понравилось идти, чем... Вот, как сказать-то? Чем в другом месте. Мне кажется, так даже проще идти. Слушай, что-то мне показалось сюда. Короче. И по прямой как будто. Ладно, сейчас мы придем домой, я включусь. Обратно. Девчонки, мы уже давным-давно дома. Мы уже покушали. Дима на полу отдыхает. Помаши ручки. Бедняга. Тибусинка. Мы просто дрались чуть-чуть. Она прокусила мне ногу. Короче, вот что Дима купил Дахе.
Даху зовут Вообще. Так сестру. Сейчас вызову врача. А, мы уже включили второй аут. Второй аутлас. Сейчас я закрою дверцу, чтобы не было слышно. Даже две. Вот так раз. И вот так два. В общем, Димка выбирался, старал, но остановился на вот этих подарках. Я ему там немножко помогла с выбором. Например, вот этого тигренка выбрала я. Вот, и по итогу на кассе Дима оплатил вот это вот, вот это все. А, ну он выбрал вот это, потому что он знает, что Даха любит слаймы. Она давно мечтала о слаймах, типа сделать их сама. Потом мы вместе нашли вот этот наборчик. И вот такую вот типа сладкоежку, сладкую штучку я нашла уже около касс и тоже... Ну, Диме подкинула, короче, вот. И вот, что из игрушек получилось. Потом мы пошли... А где чеки как раз-таки? Во. Чё, пакет. Сколько стоит? И... А Outlast мы только-только включили, вот они буквально еще в вертолете сидят. Сейчас скажу, что по чекам. Так, игрушка «Тигр» стоила вот это вот 600 рублей без рубля. Мало ли кому надо. Дрожжа вот этот 333. А, потом набор фокусника 1400 без рубля. И набор для слаймов, «Гламур» называется, 800 рублей без 11 рублей. Вот, ну, пакет 5 рублей. А потом мы зашли... Еще в буквоед. А с буквоеда ты не брал чек? Нет, она не дала. Не дала? Ну, я не нашел. Фига она. Короче, мы взяли вот такие две штучки. А ну, нет, я выбирала. Сейчас посмотрю. Вот это стоило 100 рублей. Ну, вот я уже Димке предложила, типа, взять, чтобы обернуть. Так, 160. Да и ладно. Пакетик стоил 100 рублей. Вот этот для тигруши. А, открыточка тоже 100 рублей стоила. И вот этот наборчик 165. Вот такой красивый, кстати, с открыткой сочетается. Так что сейчас Димка пока будет играть. Я потихоньку раскручу вот эти штуки, чтобы они не были закрученными. Положу их, чтобы они немножко выровнялись. Вот. Так что как-то так. Все хорошо у тебя? Да, скоро приедет врач, ампутирует мне ногу. Да? Серьезно? Да. Подожди. Во. Все. Тебя сплющило. Дима. Короче, все, мы погнали. Будем немножко играть. А я говорила, что мы покушали? Да. Ну, если вы кушаете, приятненького аппетита, так что все, мы погнали. Я забыла сказать, что мне Димка еще взял вот такую вот открытку бабушки. Потому что она мне понравилась, буква Еди. Вот, так что такая красивая. Времечко 0:41. Все, мы уже скоро будем ложиться спать. Вот. Сейчас посмотрим какую-то серию, не помню уже. Как, на какой мы серии остановились? Сейчас. Там пятая или шестая. А, вот что у нас будет. Ой. Какой не встал. Вот что у нас получилось. Тирин-тирин. Вот так. А это будет просто в пакетике. Тигрюша. И... Кто смотрел этот мультик? Я не смотрела, но я надеюсь, что Дашка смотрела его. Вентиляторик. Вот. Так что как-то так. Красота. Что-то хотела сказать, только я забыла. Чего? Я не знаю, не помню. Он с головы вылетел.
Ладно. Сегодня очень маленький день получился. Я почти ничего не записывала, потому что ничего не происходило такого. Так что всем спокойной ночи и до завтра. Пока.